Сейчас хорошее действие от Токарева. 2 очка. Открывает он счет для своей команды. Милоки с разворотика. 2 очка. Неплохо. Проводит мяч все-таки до Токарева. И тот треху. Лидер команды. Сейчас треха наконец-таки открывает счет в матче. Одного. Все, поехали, поехали. Один засчитайте. В табло добавь. В табло добавь. И второй тоже. Второй тоже забил. 16-й есть? Номер. Жор первый забил. Так, Милоки. Ой-ой-ой. Наш старый знакомый. Это сейчас Милоки. Бегут, бегут, бегут. Капитан команды, воу. И отлично, отлично. Что делает, но не могут забить они. А Милоки забивают. Милоки трех. Очень сложно, но левой рукой. В ответ 3. Хорошее движение. Хорошо разорвали сейчас оборону. Возвращается в игру. Игроки Каролины. Сейчас отлично под кольцо пас. И еще сокращают до 8. Но очень неточное завершение. Ютландов. Отличные 2 очка. Ребят! Вы... Средний. Точно? Третья очковая, это четверть для Милоки от Токарева. И четвертая. Попадает. Опять Милоки. Треха ложится. Токарев. Из-под кольца не забивает, а средний забивает. 2 очка считает, потому что Базыкин... Токарев снова, точно. Красильский. 2 очка забивает в этой атаке. Ой, это неплохо было. Полет. Вставляет только одного. Под кольцом и уже, да. Сейчас... Наконец-то Милоки распечатали. 16 номер Каролины. Его партнеры исправляются. А в ответ Треша. Хороший бросок, уверенный. Этот матч. Сокращают они отрыв снова до 7 очков. До 6. Трёха Каролины и трёха. Наконец-то первая трёха от Каролины. Смотрите, до 3 очков всего сыграют. Мне нравится. Ой, сейчас почти горшка поймал. Но успел выбросить. Хороший фейк и 2 очка. Миг щелкает, но забивает со второй попытки. Сравнивают они счет. Напомню, в первой четверти был счет 29. Милоки. Сейчас все в их руках. Сейчас они забивают. Очень легко. И треха? Нет. Очень неточно. Но вот 16 номер включается.
становится героем пока что. Отличная передача под кольцо. И еще два. Выходит вперед Каролина. Качельки. Средний попадает. Наконец-то обе команды стали забивать. Все же так хорошо было. Капитан! Эль, капитан! Локи впереди. Каролине, мне кажется, психологически проще догонять. И баночку Локи! И второй, посмотрим. Второй тоже. И капитанчик. Два! В четвертой четверти он взял на себя. Ай, блин, там что-то... Милоки. Очень важная, два очка. Второй. Нет. Базык. Что со вторым? И второй заходит.